вторник в Самарской области нас ждет ясное в дневное время и пасмурное вечером погода. Осадки в виде дождя, потеплеет. От 6 до 12 тепла днем, ночью 1-2 градуса выше 0. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде дождя, днем плюс 11 градусов, ночью плюс 2. Ветер юго-западный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти переменная облачность, днем плюс 7, ночью плюс 2 градуса и дождь. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду. В Самаре ясная погода, днем, вечером дождь, дневная температура плюс 10 градусов, ночью плюс 1 и также дождь. Ветер юго-западного направления 4 метра в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 80%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.